Интересы, главное, чтобы интересы еще совпадали, чтобы друзьями были, не только там классными сапожниками. Уже писал, что ты красавчик. Уверенность в завтрашнем дне. Хотя вот, что женщина пишет. Но пока мужчина не решит это с денег, как-то баловать женщину. И говорю, спасибо. И я говорю про подарки. Подарки тоже важны. Вот, например, мне Руслан кидает подарки сейчас. А я понимаю, что путешествие любишь, конечно. Я человек, ну, я образно опять же говорю, человек ко мне расположен, он мне хочет сделать приятное. Я понимаю, что это не конкретно к Руслану, что я ему как-то симпатизирую. И я, конечно, буду к нему также расположена. Женщина хочет. Я люблю охоту, рыбалку. Вы тоже люблю охоту, рыбалку. Я люблю дикий отдых. Вообще, тоже очень сильно вот это все. Мошки, комарошки, да клещи. Прелесть. О чем тема? О взаимоотношениях. Я не могу сказать, что я сильно в этом всем разбираюсь. Но того, что говорят, типа, ой, женщины меркантильные, хотят только подарков, и меня она любит. И Татьянку я люблю. Я тут рассказываю постоянно, что Татьянку люблю. Меркантильные, меркантильные. Да, дети есть. В этом году у меня 4, младшему сыну, дочери 6 лет, и мы в палатках на рыбалку ездили на 2 дня. Футбол не так сильно, но иногда смотрю чемпионат. Я не смотрела чемпионаты, но я до 15 лет играла в футбол с пацанами, гоняла. Я очень вообще это... хорошо могу дружить с пацанами. Мужик никому ничего не должен. А что вам навязывать? Это чепуха. Мужик никому ничего не должен. Я говорю про то, что когда девчонки ведутся на подарки, ну это же приятно, блядь. Если мне дарят здесь подарки, это же приятно. Это же не значит, что меня покупают умница. Из корзины Валбереса оплатить. Ой, я играла в сборную 5 лет. Но, Игнат, ты вообще спортивная, ну, по тебе видно. Я, например, отжиматься не могу. Сколько я и в спортзал не ходила, я не могу отжиматься. Но если он захотел, то подарил. Я же попрошайки. Мужчина должен только быть счастливым. Спасибо за лайки. Этот. Муж есть, есть. Если дети есть, значит... муж тоже есть. А если безвозмездно хочешь дарить подарки, они хотят принимать, что делать? Здесь ТТ 70% забирает. Ну, блин, тогда вопросов больше нет. Тогда скажи, я пошел спать, да?